Буквально вчера вы мне задали вопрос, знаете, прямо к месту. Буквально вчера у меня была встреча с госпожой Маршалл, она госсекретарь США, которая приехала в Республику Молдова. И один из проектов, который мы обсуждали на этой встрече, это был вот проект «Nursing». Мы вместе договорились о том, что мы разработаем необходимую законодательную базу и все необходимое регламентирование этого вопроса, чтобы привести стандарты, которые у нас, к сожалению, или есть, или они еще с прошлого столетия, к тем стандартам, которые есть и практикуются, например, в США. Можно будет посмотреть, если это можно применить сейчас, или это постепенно будем доходить к этим стандартам. Но самое главное, что председатель ассоциации нёрсинг из этого штата, она лично будет вести эту работу вместе с представителями нашей ассоциации нёрсинг, которая в Республике Молдова, и с Министерством здравоохранения. Я даже предложила ей, я говорю, можете прийти ко мне, консильер, деминистру по этим вопросам, у меня как раз вакантное место, я была бы очень рада с вами сотрудничать по этому вопросу, для того, чтобы привести, во-первых, этот институт к тому уровню, который мы хотим, потому что, к сожалению, он как-то отделен и забыт. Да, у нас это обслуживание, конечно, в больницах, это часть. И, соответственно, так как все забыли про и как-то отодвинули на самый последний план, потому что это самое, считается, практически даже никто не видит в глаза санитарки и соответственно, медсестер, чтобы мы сделали в соответствии с международной практикой, применили и привезли ее сюда. Этот проект должен быть подписан буквально на днях, и мы уже начинаем работать по стандартизации всех этих вопросов для того, чтобы разрулить, так сказать, существующую ситуацию. Ведь, естественно, весь сектор здравоохранения в Республике Молдова сейчас нуждается в полной реформе для того, чтобы мы, так как мы подписывали соглашение с ЕС, привели и эти стандарты включительно к стандартам международного уровня.